Эй, приветствую, дорогие друзья, с вами Андрей. И сегодня, надеюсь, ваше душе станет чуточку теплее. С игрой Цивилизация 2. Испытание времени. Продолжим мы с вами. Играть в эту игру. У нас ПК-версия. И у меня вырубили интернет, поэтому я, в принципе, продолжу ее, получается, записывать. Так, я бычка хотел заоросить. Поручение. Поручение. Вообще, мне сюда нужно еще кого-то заслать. К слову говоря. Здесь халявный остров, плюс здесь вот рыбка какая-то есть. И тут рыбка, кстати. То есть это просто рыбки, киты, это уже что-то более крутое, да. Тогда сюда вот будет круто вообще. Сюда. И сюда, кстати, мы китов не заденем. Ну, здесь тоже, собственно, города 3 воткнуть можно. Так что. Так. Ага. Продолжаем орошать. Тут я хотел орошать, значит продолжаем орошать. Тут я хотел строить дорогу, кстати говоря. Ага, здесь дорога не соединяется с Марселем. Беда. Сузапов, библиотека. Ага, коневодство. Понял. Меня это устроит. Потому что я изучал как раз таки не его. А, кстати, на R у меня чуть сейчас все включил нужную раскладку. Гренобль. Ага, тут бомжей не было, кстати. Что тут строится? Эмбер. Давайте за 88 заплатим, поможем им. Просто они так быстро апаются. Город вообще, эти два города растут не рядом. Леон, фиговый город. На это растет прям классно. Так, действие орошения. Угу. Что тут по... Понятно, им нужен храм. Построим храм, всем нужно. Так, отлично. Озеленяем, орошаем. А, блин, что я тут глублю-то? Наверное же. Наверное, строим дорогу, а здесь просто орошаем. Здесь орошаем, не знаю, сложно. Как-то, короче, в любом случае орошаем. Хоть как-то, но орошать мы это все дело должны. Изобрели магнетизм. За слона в любом случае нужно выйти. Тоже какой-то большой остров. Так, действие орошения. Тоже действие орошения. Как-то так. Как-то так, как-то так. И сюда... Сами расширения, конечно, выглядят как-то фигово. Дижон построил поселенец. Окей, Дижон. Помню, какой-то в фильме, вроде бы, как раз в французском, была дижонская горчица. Так, амбар вам, я не знаю, нужен ли вам амбар. Базар давайте точно построим. Это точно нужно.
Тут построил водопровод. Тур. Тур. Экспедиция Магеллана. Мы должны построить легион военно-советника. Гражданский дипломат. А мне с кем дипломатировать даже банально. Было бы с кем дипломатировать, еще хрен бы с ним. Магеллана, Коперника, посольство. Тур, 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 тур. Сколько у тура счетов-то? 3, 4, 5, 6, 7, 8. По 8 счетов. Ну тут пишут, скажи, сколько будет строиться. Посольство. Я вроде строю посольство или что-то на вроде того. Да и это не в туре, наверное, надо, мне кажется, делать. Давайте и жахните поселенцев, пожалуй, фиг с вами. Тур. Тур, тур. Кстати, что Париж-то у нас делает? Твою мать, отключил случайно. Банк. Ну, кстати, 19 туров еще будет делать это. Очень долго. Очень долго. А, у него счетов ни хрена нет. В чем, что называется, блин, речь. Ну, купить тогда, само собой. Все плохо-то в столице у нас. Ну, получается, тур-то, наверное, не так-то и плохо в этом всем плане. Так, ну тебе даже идти-то некуда. В воду, что ты не прыгнешь, получается. Спи пока. Уже есть дорога. Угу. Париж построил банк. Ну окей, типа в городе пропозорно. Банкиры появились. Вот этот мужиков счастье. Ну да, блин. Лучше туру что-то строить. Париж вообще в полной жопе по строительству. Как-то у него вообще все плохо. Может быть, даже поселенца стоит. Все равно у них один бомж есть. Точнее, два даже бомжа. Ну, так и есть. Если так думать, то поселение здесь самое то. Так, тогда сюда. Реймс построил банк. Так, а Реймс у нас не водный город или водный? Ага. Минуточку. Галеон, что ли, теперь должен перевозить людей по воде? 20 туров будет строиться, ладно. Мне, по сути, нужно уже тебя вести. Охренеть, вывели. Как же это все хреново-то звучит. Ой, слоняшка, ты здесь, походу, надолго. Так, ты тут орошение делаем. Ты доделываешь дорогу. Так, у тура щиты за счет бычка. Хорошие такие, неплохие. И он поселенца сделал, да. Угу. А тут сколько щитов? Тут два. Так. Тогда, раз на то пошло, давайте обсерваторию тур у нас озвучит. А, минуточку, продолжит. Он же призыв... А, он не произвел поселенца, это его старый поселенец. Что я туплю-то? Что я туплю? Так. Давай тогда ты отправишься сюда.
в свою очередь куда-нибудь сюда пока. Все равно тебе там теперь долго жить. А, вот безотсонная экспедиция Магеллана, отлично. Все, 3200 она будет повторно стоить, правда, зачем она нам? По безотсонной тоже все неплохо здесь. Ну, давайте он гавань построит, так и быть. Раз Бизансон так хорошо развивается, не то что наш порыш любименький. Так, есть тут смысл стоить орошение или горные работы? Давайте горные работы, чтобы щитов было больше, кстати говоря. Щиты мы. Обсерватория Коперника. Марселе храм. Возможно ли это будет значить, что Марсель чем-то начнет быть доволен? Но не факт. Не факт. Поэтому построим водопровод и... Серьезно, щитов даже не дает. Во. 16 ходов. Как хорошо, когда все видно. И тут 16. Ну, потому что два щита везде. Тут чисто еда. Тут чисто быстрее жить. Ну, кстати, хотя жители. Да, давайте щиты. Построил поселенец. Вот, тур построил поселенца. Теперь у них нет недовольного жителя. Видите, как все уникально. Дальше тур у нас построит. Это ж тур, да? Де Франс. Давайте бараки на продажу чисто. Орлеанский банк. Окей. Так, тут не будет еды. Так они будут голодать. Они и так голодают, черти. Ох, черти, а чего вы, кстати, голодаете-то? Ну, у вас уже все есть, я не знаю, что вам еще делать такого. Давайте Нарбанк тоже на продажу. И орошение построишь. В свою очередь пойдешь дорогу в Рун сделаешь. Ты орошение... Чем Рун недоволен? Ему еще одного бомжа захотелось. Давайте не будем ждать два хода. 12 монет — это вообще копеечки. Так, ну иди туда. Это единственный черный квадрат остался на этой территории. Так, давай тут тоже дорогу построим, наверное. Соединим Орлеан и Тур дорогами. Так, Рун построил базар. Ну, еще будут два бомжика. Так, значит, вам храм нужен теперь. Хочу успокоить и угомонить вас. Угу, так, тут еще одна клетка есть. Значит, тут еще можно построить орошение. А ведь он построил библиотеку. Всего. Так, и Галеон, если сейчас должен перевозить людей, давайте еще его построим, чтобы он там со слоном нашим разобрался. Ну и все. Дорога в Рун установлена. По сути, все наши города должны быть сейчас объединены дорогами на нашем континенте. Про это никакой инфы не было, ну что поделать. Сделаем пока орошение. Ты около Гренобля тоже орошение. Китайцы Марко Поло херачат, но что поделать. Ты укрепись. Театр Шекспира уже. Молодцы. Марселе беспорядки. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Что-то с тебя убрать. Что тут у нас вообще... Это провод, ну, не так нужен. С беспорядками-то он мне точно ничем не поможет. Ну, все. О-о-о! Празднование короля отменили. Неприятно. Обидно. Ну и хер бы с вами. Базансон у нас гавань зафигачил, красава.
Бежу Базансони недовольны, значит, нужен храм. Действие построить дорогу, блин. Так, тур построил бараки. Которые мы продадим. Пусть строят дальше. Так, руну здесь нужно 2, здесь 3 получается. Ну все, чё. Крепись просто. Ты оросись. Так, тут вроде бы шахта, да? Да, давайте дорогу сделаем. Так, Орлеан построил, да? Окей, бараки. Рододием. Храм в Гренобле почекаем заодно. Блин, как же вода, конечно, доставляет ресурсов до хрена. Переметнемся на базар пока. А тут дорога почему-то не построена. Странно. Угу. А, он построил укрепление, понял. А, спи тогда просто. Гарса статуя. Так, Бадзансон храм, понятно, по какой причине. О, плюс торговля. Вот что дают дороги, прям хорошо видно теперь. Торговля прям шикарная становится. Шикардос. Давайте дальше, наверное, бараки. Париж построил поселенца. А, там же недовольный был житель. Избавились. Исинг май эсинг, недовольный ты наш. Потому что у вас тут чего только, блин, нет. У вас все, что надо, есть. Вы самая хи... У вас же казармы даже есть и не продаются. Черти. Ладно. Но вы чем-то недовольны. На самом деле, может быть, что-то поторговать хотя бы между своими. Предложение шелк, серебро, шерсть. Так, тут нужно выбрать, что строить. Ну, городские стены пускай будут. Пока. Шелк, серебро, шерсть. Нужно закрыть окно управления городом. В смысле? Никому вообще не нужно. Ни шелк, ни серебро, ни... А, ну... Плюс он продовольствие другим городам доставляет. Может, поэтому у Орлеана так все плохо? Вот. Леону нужно серебро, оказывается. Вот он, а что, Михалыч... Шелк, серебро, шерсть, да? А, и Бизанциону серебро нужно. Окей. Закрыть. Парижик. Все. Серебро я нашел. Блин, ни хрена ж себе он долго будет делаться. Так, серебро нашел. А Леону что там нужно было? А, тоже серебро, кстати говоря. И Базансону нужно серебро. Ну, лучше в Базансон бы отвез. Базансон как-то и подальше, и побогаче выглядит. Ну, по большей части, как бы сейчас все. Ага, наконец-то. Наконец-то. Ты можешь как-то... Плыть.
Блин, неплохо оплывает на самом деле. Так, действие пока спать. Тут пока шахты поделаешь у нас. Французы, мудрецы открыли секрет инженерное дело. Это клево. Закрыть изобретательство. Давайте немножко поизобретаем. Так, тут же действие горной работы построим. Тут же действие дальше орошения. Тут же действие тоже горной работы. Тут же действие попробуй в корабль пойти. Походу не получается. Ну, в этой игре бывает нормально. Тут все бухие. Тур построил бараки, красавец. В городе Тур, мэр в панике. Охренеть, что случилось-то из-за... А, он еще левел поднял. Офигеть. Рам уже не помогает. Бараки-то мы продадим. Деньги нам нужны. А что можем сделать-то вам? Колизей гребаный. Вау. Придется вот это убрать. 2 миллиона, кстати. Это прям мне нравится. Так, ты сюда пойдешь. Опа. Это да. Уплыви туда. А вот это мне не нравится. Продолжить. Леон тоже Колизей построил. Будет ли Леон теперь доволен? Вопрос. Пока вот у него стоит, что он будет развиваться. Эти городские стены вспомним об обороне какой-никакой. Поселенец. Ого. Так, Римс у нас поплывет тогда за слоном. Не можно мне тут. Судя по всему. Блин, 40 ходов. Тут вообще все очень долго в Римсе делается. Римс, крестовый поход нам. Тут не знаю, что. Стены, 80 ходов. Твою мать, Римс. Твою ж мать. Ты даже еще и не растешь при этом. Ладно. Ну им орошение нужно, я думаю. Вот орошение им точно зайдут, скажем так. Леса. Океан варварский. А, это варвары? Бля. А только один здесь рабочий, да. Давай же за. Вот хотел серебро. Я-то думаю, кто это вообще? За что делать? Кстати, у Леона и то. Ну, здесь лес можно убрать, наверное, и вместо него орошение сделать хотя бы. Давай пойдешь, потому что если варвары сейчас вот рядом высадятся. А, даже так. Они просто напали, уничтожили мне корабль. Жестко. Базансон построил бураки. Да, Базансон, молодец. Так, ну с учетом, что ты у нас такой крутой. Фрегат, может, один забацаем. Пускай будет. Бураки продадим. Мне опять нужно будет строить кораблик. Чего? Не тот город, который должен будет. Ах ты ж тварь. Ах ты ж тварь. Ладно, бомжа сделаем вам. Так, ну ты, очевидно, основать город. Аминс. Пикейщик. Для обороны, соответственно, мы построим этого пикейщика. Здесь дорогу. Здесь мы переделаем в равнины. Клянские бараки.
Орлеана тоже с щитами все неплохо, да, почему-то. Стой, поход у него довольно-таки нормальный такой. Но развития у него ни хрена нет. Ну да. Почему орошений тоже не хватает? Угу. Так. Он предлагает уголь, драгоценности, шерсть. Так, Орлеан, да, все еще. Уголь, драгоценности. Туру нужно драгоценности. Орлеан, в принципе, может сделать караван, отправить его в тур с драгоценностями. Так, ты пока спишь. Пока сюда идешь. Сражение лучники были повышены злами. Причем легионеры нападают так-то. Ну ладно, мы хотя бы отбились. Дижон также у нас тут растет хорошо. Базар готов. Дижон вообще все чики-пики. Давайте все-таки амбар, наверное, мы построим. Авинон. Так, Авинон у нас, кстати говоря, да, еще один построил кораблик. Или это военный? Галеон. Галеон военный. Нет, не военный. Фрегат военный. Значит, я, видимо, не убрал. Но, в принципе, это хорошо. Хорошо, строй дальше банк. Что дальше поплывешь ты сюда, наверное, или куда? Наверное, сюда. Да. Пускай сюда плывет. Сюда, плюс там еще двух поселов надо будет забрать. Рун. Рун. Рун, кстати, тоже может построить поселенца. У него тут хватает бомжей. Угу, окей. Давай теперь туда. В Циви на PS1, конечно, не было такого, что... Это законно? А, нет, это был баг визуальный. Так, дальше действие. Ты спишь, ждешь, пока он там построит. За кого я играю? Ага. За тебя, да? Ты, кстати, займешься орошениями. Слон, окей. Твой выход. Вот, видимо, опять будет какой-то очередной маленький город, пока кораблик пускай тогда туда сплавает. Нихера подобного. Оказывается, рядом со мной живет консул Боади. Вилка, государство Келты. Или Кельты, точнее. Что ли, зация до сих пор не зашло такое университет? Мы же хотим узнать, что такое навигация. Видите, взамен торговлю. Я университет, соответственно. Знаю, что у вас есть секрет навигации. Дайте нам его, или мы до последнего освещаем. Последствия, за что вы можете. Эх, вы ж суки. Ну, я хочу норвы, хотя... Не, не готов. Ладно, похуй. Мирный договор. Угу, суки. Вот и подружились с гандонами очередными. Дружба крепкая. Так, иди там построишь. Так, орошение можешь построить здесь? Не можешь. Значит, сюда иди. Марсель построил водопровод городу. Плюс в Марселе тут много недовольных. Очень много. Нужен Колизей. Так, действие тоже орошение. Действие тоже орошение. Орлеан, действие орошение. Ага, слон, кстати. Сходи на фли.
то... А, вот так вот, да? Японцы, а вот и япошки, кстати, где, оказывается, живут. Понял, я окружен друзьями. В скобочках, разумеется. Это у них там бомжи. Беспорядки и вина. Но поэтому у меня беспорядки постоянные. А так бы он вырос, так ведь и не вырастет. Строит банк. Ну, пока пускай банк строит все-таки. Хорошо, зато мы больше теперь знаем о наших землях, так сказать. Продолжить. Офигеть. Ну, да, и меня уже ни капли не удивляет. Разумеется, тут уже везде кто-то есть. Блин, охренительно. С ходами в этой игре очень плохо. Шатре построил базар. Меня это устроит. То, что шатре не растет, меня не сильно устроит. Хотя с едой у него тут все в порядке. У него везде по два куста еды. Даже лучше-то и быть не может. Амбары... Ну ладно, если вы с амбаром, то я хз, как вам, что вам лучше сделать. Орошение только на этих клетках, кстати, да. Пока строите банк, вам нужен поселенец в шатре. Шатре. Так, давай как-то... Наконец-то. Бизансон. Это вроде бы у нас военный юнит, да, сейчас построился. Регат. Окей, окей. Да, бомж есть, поэтому Колизей придется нам построить. Ну, задача, по сути, этого фрегата также ездить и исследовать. Как теперь и этого слона. А вы кто? А, тоже, ну это все, понятно, все ваш материк большой какой-то. Угу. Нормально устро... А, так, в принципе, вы, скорее всего, уж его и делите, да. Орошение, после этого погрузим тебя на корабль. Так, что касательно Парижа, Париж, Париж... Ну, тут, кстати, прилично еще орошение можно понастроить. О, Минс что-то сделал. Красавчик. Хорошо. Это хорошо. Тогда амбар следующим. А, ну точно. А ты укрепишься в Минсе. А теперь мы, кстати, будем видеть ходы других наших друзей. Конечно, не очень нужное дело, но ладно. Так, ты, кстати, блин, здесь, в принципе, не нужен, тут одного поселенца хватит. Тебе бы куда-нибудь шатре зафигачить. Параван, Париж, караван, шелк. Ну что, а серебро же было. Все поменялось? Двоима. Я, конечно, могу пытаться с кем-то из них торговать. Понадеюсь, что у кого-то золото тогда будет. Блин. Подтверждаю. Ну, подтверждаю, что я могу сделать. Либо же реально пойдем с кем-то торговать. Again. Так, ну давай ты туда пойдешь. О, дуру. Плюс медь, краска и пряности. Ты левел. Неплохо так они себя чувствуют, так понимаю. Орошение. Так, Париж, золото, мне так и пишут. Вам золото-то не было нужно. А нет, нужно было. Тебе нужно было в другом, видимо, городе. Что-то я затупил, что ли. Ладно.
Ладно, едь тогда в Ливон. Ливон, кстати, третьего наконец-то стал. Чудо. Новогоднее. Да и, кстати, вообще, я вижу, что сейчас жители вот эти вот, они ходят по дороге, как по сути мне и надо. Всегда. На PS One они были, конечно, крайне тупые. Но там, видимо, не хватало мощности, чтобы интеллект был получше. Ну... Так, давайте тут немного еще подразведаем. Дижон. Строят амбар. Баржон. Давайте завершим и... Черт возьми. Нифига ж себе. Гренобар опять недоволен. Или он был доволен. Базар. Тоже давайте улучшим. В основном нам эти деньги и нужны, чтобы улучшать. Орлеан, уголь, шелк, шерсть. А вот он-то серебро вроде должен был кому-то повезти. Но шелк вроде бы 6 кому-то из вас нужна была. Шерсть даже вроде бы. Можно рискнуть как-то повезти шерсть. Так. Винон, что ты вообще делаешь, банк? Давайте купим его. 100 монет нам хватит. Так, шерсть. Кому нужна шерсть из наших? Шелк нужен. Шелк. Шелк, шелк. Эти в острова, да. Так, краска, пряности, медь, шерсть. Боже, как ты такая басира с этой фигней. Шерсть, короче, никому не нужна. Ты полезный был караван когда-то. Действие спать. Как-нибудь мы тебя где-нибудь высадим, я думаю. Капелла Микеланджело. И что-то с тобой сделаем, собственно говоря. Дижон построил амбар. Дижон в порядке теперь. Хорошо. Правда, строительство, конечно, Дижона. Я сейчас от кустов, да, убрал, чтоб город рос. Теперь строительство у Дижона. Пиздец. Работа 20 ходов. Всего-то навсего. Гренобль базар построил. Тут тоже. Не очень. Ну, со строительством у вас вообще все классно. Поэтому давайте банк пока. Авиньон у нас тоже построил банк. Давай, может быть, поселенца Авиньон. Марсель слишком жиру бесится, так понимаю, да? Постоянно недоволен. Хорошо, давайте купим Колизей. Может быть, они довольны станут в следующий ход. Тур построил Колизей. Ну, кстати, заметьте, гражданин быстрее не создастся. Ну да, здесь куда выгоднее, здесь мы еще деньги получаем. Прям капец, как выгодно. Давайте городские стены на будущее все-таки. Ливон тоже городские стены. Ух ты, какое окружение красивое. Ливон четвертого стал. Наконец-то у него после одного расширения у него появился какое-то второе дыхание появилось. Строй банк. Не могу понять, почему караван, заходя в Ливон, ничего не делает. Это прям реально не могу понять.
Тут, кстати, довольно обширный это этот материк. А, видите, Марсель? Марсель всем доволен. Поэтому построим у них поселенца. Они так 8 левела. Хотя тур тоже. Новая технология, хорошо. Рыцарство, демократия, экономика. Паровая машина, давайте. Карфили. Кто это у нас? Я вроде бы в город тыкал. Нет. Кельт. Все еще кельт. Неплохо они так-то растянулись смотреть. Я даже не рядом стою. Так, ты тогда давай до ближайшего острова вот этого пойдешь. Что не так с караваном? Я просто даже понять этого не могу. Так, ты пока спишь, ждешь поселенца, чтобы перевести его куда-нибудь сюда, к примеру. И это у нас вино же, да? Ой, вино. Вино-то, конечно, люди любят. В принципе, да, тут у меня, кстати, ну, давайте попробуем туда тогда сходить. Можно как раз таки караваны туда перевести, раз я, ну, не знаю, что с ними сделать, с этими гребаными караванами. Офигеть, тут, кстати, еще расширение можно понастроить. Мое почтение. Так, ты здесь будешь строить. Причем вино без орошений развивается так круто. И похер, да? Французские поселенцы. Ну, давайте. А ты дальше туда поплывешь. Двенадцатые уровни, ебать. Но я на самом деле жестко от них отстаю. Только подумайте, у меня всего лишь 8, у них уже 12. Воевать с ними, конечно, будет максимально хреновая идея, судя по всему. Я хотел с кем-то пофайтиться. Пофайтиться-потыкаться, ну вот оно оказывается. Меня пикейщики, походу. Ага. Ну, рискнем поспи здесь. Решение, действие, орошение. Серьезно? 150 лет спустя. Как же коряво это сделал? Я в шоке с этого. Доход нулевой фактически. Все-таки невыгодно между чисто своими. Нужно как-то вот чисто торговать с врагом. Условно. Куда ты пошел, дурачок? Куда вообще вы все пошли? Я разве тебя сюда направлял? Сильно что-то сомневаюсь. Он построил поселенца. Недовольный врун все равно остался. Но, возможно, он врун, и он довольный. Давайте построим га... Хотя... Не, у них на воде есть одна. Рун построил Абасрун. Ну, пока тут никого нет рядом, но из кораблей. Давайте пойдем в Бизаноне понастроим орошение. Че поселенец делает? Ты че, ёбнулся там, что ли? Алло. Мужик. Давай успокаивайся.
туда-сюда начал ходить. Я ж не давал никакой команды, там, не знаю, авто... Хернёй страдать. Автохерня. Звучит-то, конечно, интересно. Крестовый поход. У нас, видимо, Марсель тоже не такой город, чтобы что-то строить. Библиотеку просто на будущее. А, понял, я... Как я мог забыть, что здесь направление выбрать тяжело? В этой уникальной игре. Точнее, в этой версии. Почему-то очень фигово. Да, я буду ждать вас в зале. Я на самом деле хз с кем мы подпишем мирный договор, мы считаем с уже завершенным. Там тоже слоны. Знать бы, кто из них просто круче, кто слабее. Тут нужно... А, нет, дипломаты они не любят. Они же дипломатов всегда выселяют. Суд, собор. Тура, вот все отлично по счетам. Тур вообще почему-то стал резко очень крутым городом. Давайте крестовый поход тогда. Что делать? Раз именно тур у нас, то значит пускай он и будет. Действие орошения. Тут действие горной работы. Хотя тоже можно орошение, но нет. Тут мы орошение сделаем. Так, тут построился чебрик. Делаем амбарчик. Укрепить. Укрепить я. Тоже вариант. Да, вот я сюда направил, и он пошел хер знает куда. То есть вот они сделали более умных... Блять, я в вино не забыл, да, убрать, понятно. Винон херачит поселенцев. Словно так и надо. Ну, в принципе, может быть, так и надо, конечно. Хз. Так, давайте здесь караван сделаем. Вино, соль, шерсть. Ну, вино, блин, кому-то точно, мне кажется, нужно. Шерсть, походу, никому не нужна, а соль я хз. Ну, тут мы сделаем для помощи. Ну, да, да, видите, тут как с направлениями в этой игре. Направления в этой игре полностью сломаны. Так, я смогу? Ну, видите, я не смог. Простейшее действие я не смог сделать. Понял. Крестовый поход. Поздравляю. Про близкому гору. Ну, ладно, пофиг. Понятно. Ну, то мы щиты не будем убирать. Нам нужно чудо построить быстро. Орлеан. Так, Орлеан у нас делает... А, нет, он куда-то... А, я опять забыл убрать. Ну, тогда ладно. Как раз поможешь туру. Так, и Орлеан опять начал делать, да? Признайтесь мне, да, за 13 туров. И город тур, и тур. И один сплошной ту-ту-ту-ту-тур. Так, ну Орлеан опять же есть. Ну что, бараки на продажу, думаю. А бараки на продажу. Деньги нам нужны. Стены придется пока забыть. О, здорово, слонопотамище. Колизей. Так, вернем тогда тебя, я думаю, раз уж мы тут такие блага вам отвалили. Делайте водопровод, чтобы дальше развиваться в Стэмпенном городе Тур. Угу. Колизей. Или они в любом случае бунтовали. А, тут же мы ну да, да, мы тут, ладно, ну Помочь строить чудо света, конечно.
Для этого я тебе... А, нет, да, тварь, как что с тобой не так? Не знаю, сюда пойди. Да, здесь что-то с определением, типа, угла, не угла, я так понимаю, очень все хреново. Чё ты делаешь? Я ж вроде бы дал тебе конкретный приказ. Так, ты тоже пойдешь, подтверждаю, да. Париж тоже этой херней занимается. Ну, тоже херней. А вот плюс один золото за торговые пути. Ну, это мало, конечно. Хрень полная. Ну, в принципе, ну, не знаю, можно их строить, конечно, отправлять в верхние города. Вот с кем воевать, вопрос. Можно построить крестоносца. Крестоносцы — это воины, я так понимаю, сильные, да. Давайте, городская стена, это все-таки наша столица. И в тур 10 левела, офигеть, растет. Так, ты орошай. Так, этот кусочек задевает. Значит, ты здесь орошение построишь, а ты поплывешь туда. Даже не так, нам нужно по-другому. Нам нужно именно там высадить. Теория Адама Смита. И 500 лет нам не потребовалось. Блять. Я на кого-то случайно напал, твою за ногу. На кого, самое главное, я даже не знаю. Высадиться на берег. Действие спать. Можно мне на Дижон тыкнуть? На Дижон, ага. Ого, в Дижоне здесь недовольство. Прям очень много. Даже при наличии храма, да? Блин, тогда на самом деле вам нужно Колизей строить. Мы его вам поможем улучшить. Сюда вернем вот этих ребят, а сюда вот этих. Вроде везде одинаково. Так. Задействовать и закрыть окно. Отлично. Только вот где построим мы города новые, вот не знаю. Орошение. Тоже орошение. Везде пытаемся все оросить. Так, тут мы где? Вот тут, наверное, воткнем как раз, чтобы не на горе. Я думаю... Не, нормально. Погнали. Так, Колизей готов. Возвращайтесь к банку. Так, посел пошел. Слон пошел. Ты пока пойдешь тут чуть-чуть подобследуешь.
Ну как чуть, да, по возможности. Так. Ну, если этот водный должен быть город, то, в принципе, какая разница, здесь будет вариант нормальный. Скорее всего, должен. Хотя, конечно, блин, это будет такая водная война, если вдруг будет. А она в любом случае с кем-то да будет. Мне прямо парываться нужно будет. Так. Ящика две обороны. Легионера больше, у него еще атака 4. Поэтому давайте все-таки посильнее. Ну окей, здесь, значит, уже все. Занято. Занято, занято. Если мы здесь построим, то мы... Хотя нет. А, блин. Вот внизу вариант. Там хотя бы киты есть, как чудо. Ну, какое чудо. Как некие, наверное, излишки. Да можно будет вообще здесь где-то 4 города воткнуть. Вообще будет класс. Так, видимо, и поступим. Может, мы здесь когда-нибудь оросимся. Эй, приветствую, друзья. Да, я в плейлист случайно добавил не то, что надо было. Гренобль опять что-то не хочет. А, что не хочет? Он банк не хочет. А хочет он, очевидно, Колизей. Понял, принял. За 90 монеток. Завершаем. Зато возвращаем этого жителя. Французы ученые открыли паровую машину. Дредноут. Вот они, водные наши, вот они. Железнодорожные пути. Кстати, тоже мне нравится тема. Кстати, сколько за деньги? Не, за деньги. За деньги я не буду. Действия. Основать город, получается. Луза. Слон у нас есть, поэтому сразу же амбар идет. Правда, слон кого-то похреначил. Медицина открылась, библиотека. Это хорошо. О, видите, Гренобль, порядок. Фигак, один Колизей и порядок. И банк тогда. Что здесь можно орошение получается сделать, высадить на берег. Так, с кем я тут по а, серьезно, это были просто варвары? Тиночетлан, кельты. Несчастная цивилизация, японцы. А, состоятельнейшие. Вот по военной бы силе мне сказали, что японцы в жопе. Мы-то вот сами в жопе, правда, по деньгам. Амин построил амбар. Да, что-то мы дико, конечно, отстаем от мужиков. Да и Аминс. Ну, Аминс, правда, у нас новый город, его уже третьего левела, так что не так-то у него-то все и плохо. Не надо мне тут ля-ля, поэтому храм пускай уже строят. Когда-нибудь. Пятого левела строил банк. Леон пятый уже. Ставщик. Это Леон, конечно, Кеннеди просто. Если вы меня понимаете. Давай гавань херач, чтобы еще лучше развиваться. Серьезно. Еле-еле выиграл у варваров. Так, ну я не знаю... Спать, отхилится он или нет? Тут мы город строим. Действие. Город Байон.
Никак не пикейщики, легионеры. Так, ну и плыви в Гренобль, в Дижон, там мы будем новых поселов делать. Получается, так, орошение тут нельзя, да, будет построить? Понял, нужно будет вот здесь построить сперва. Так, что у Марселя-то? Ну тут у Марселя дохренище можно орошение делать. Ну прям все хорошо в этом плане. Ну, крепись, если ты в городе, да, ты в городе. Да какие проблемы, так сказать. О, Йокогама. Так, кажется, еще можно крестовины управлять на клавиатуре. Рыцарство изучили, хорошо. Правда, вот поэтому я и напал автоматом. То есть, если ты клавиатурой просто прожимаешь в сторону, то ты просто сразу же нападаешь. Так, тут мы поведем дальше орошение. Тоже. Так, что у нас Гренобль-то делает? Банк. Ну, банк дорого, да. Потому что деньги мы, скорее всего, сейчас уже теряем. Царство, налоги. Полная стоимость. Нет, не теряем. Но почему-то у нас их мало. Если мы науку прибавим. Да, будем терять. Так, пока спи тогда. Так, ты сюда. Лямп построил бараки. Но мэр баракам не доволен, не рад. А, так у вас даже храма нет. Чё ж вы? Чё ж вы-то? Чё ж вы? Сразу, что ли, закупить? Давайте, надо хотя... Давайте пока так сделаем. Барак пока продадим. Угу. Только если они только начнут строить. Конечно, таким кораблем торговым исследование такое себе дело, но что поделать. Нам этот отпердолили. Курва я пердолеру. Щербург построил амбар. Ага. Что, позеваться, видимо, да? Да? Хорошо. Городскую стенку построишь. Вы уже далеко. Шатре что-то недовольны. Ну, видимо, то, что пока медленно мы это самое все делаем, да? Да, и храм вам нужен, шатре. За денежку причем. Блин, тут, кстати, уже опасно стрелками следовать. Гренобле требуется водопровод. Ага, понял. Ни слова меньше, больше. Причем за денежку, чтобы сразу же фигачить потом поселенца. Смотри, город Шатре. Во! Это другое дело. Защититесь к банку, если вы строили его. Возвращаешься к орошениям. Мастерская Леонардо, допустим. Да, мой крестовый поход, правда, конечно, тоже очень медленно пока идет. Отлично, Гренобль построил водопровод. Теперь посело дело мне. Так, надеемся, это забустит нашу науку. Да, но не забустит наши деньги уж точно. Или его башня. Давайте караван для поддержки. Чудо, наверное. Я не знаю, может быть, кстати... Да, мы обосрались с походом. Донсон водопровод. Бывает и такое.
Городские, кстати, стены. Спрос на продовольствие. Подтверждаю. Что-то другое будем строить. Все-таки у нас выбор там еще был. Был театр Шекспира, капелла, мастерская. Но все это... Все это, конечно, не очень вроде как мне бы и пригодилось. Но что-то нужно более дорогое, потому что, очевидно, оно покруче будет. Мастерская Леонардо. Предпосылки изобретения. Стоят 400 автомобилей стекшей. Если либо отряд становится устаревшим, он немедленно становится современным. Блин. Это Леонардо. Welcome to the club, buddy. Какая хрень нам нужна? Так, погнал в тур. De France. Так, делаем расширение. И на этом, думаю, мы эту серию, друзья, с вами и заканчиваем. Всем спасибо за просмотр. Пытаемся мы за французов развиться. Пока вот, как видите, вроде бы и неплохо, но за счет того, что мы ни с кем не граничим, но и за счет этого, скорее всего, враги куда больше понастроили всего. Но все равно будем пытаться и дальше. Желаю всего хорошего, хорошего дня, вечера, ночи. Любить себя, любить своих близких, постарайтесь хоть чуть-чуть полюбить людей вокруг вас. И также играйте хорошие игры, потому что в них мы обязательно с вами в следующий раз и увидимся. Всем пока-пока.